Роман Стальский. Народный поэт Дагестана, награжденный орденом Ленина и получивший огромную известность во всем Советском Союзе, родился 68 лет тому назад в маленьком лезгинском ауле Ашага-Сталь в Южном Дагестане, близко Сумкента. Отец Сулеймана был бедняком. Мальчик родился в хлеву и до 7 лет рос на руках сердобольной соседки. Когда ему пошел 11 год, отец умер. Дербент – древний, богатый, многоплеменный город. Проработав 4 года на виноградниках, Сулейман не скопил, однако, ничего. Земляки посоветовали ему поискать лучшие доли в глубине Азербайджана, где в те годы расширялись посевы хлопка, хорошо шла добыча лакричного корня, закладывались плантации технических культур. Сулейман направился в город Ганджа. Но годы скитаний не прошли даром. Сулейман уже знал жизнь и знал ее хорошо. Песни Етим и Мином еще при жизни его слились с безыменным народным творчеством, и Сулейман знал их. Своими социальными песнями бедноты Сулейман продолжил дело Етим и Мина. Мотивы бегства из окружающей жизни звучали не отчаянием, а иронией. Последующие события в Дагестане развернулись, однако, далеко не радостно. Казимбей был турецким офицером, командовавшим белыми отрядами. И Сулейман не остался в стороне от подъема, когда он родил одну из славнейших своих песен и одну из лучших вообще песен о Сталине. Комнатки очень малы, а на дворе чудесный летний вечер. Щуплый старичок в домашнем бешмете ведет за рога буйволенка. Вот мои книги, показывает на них Сулейман. В них в голове записаны все песни, что я сложил. «Эй, песня вышла!» — кричал он сельчанам, когда выдумывал свежие стихи. И не удивляясь такому вторжению поэзии в быт, крестьяне просто и весело собирались вокруг своего чудесного старика слушать его новую песню. Этот удивительный старец умер 23 ноября 1937 года. Родившись за 2 года до Парижской коммуны, он не дожил лишь 20 дней до другой великой революционной даты всемирно-исторического значения, до дня голосования народов Советского Союза по сталинскому избирательному закону на основе сталинской конституции. Поэзия Советского Союза потеряла сильного и яркого бойца. Вновь проверить
сердца стук, что больше виска и дрожь бы круг. Но здесь это гордые орлы. Со словом встали на устах, с победой гордые орлы. Со словом встали на.
счастье ведешь. Окрепшим в полях комсомол. И вместе с партией родной вековой. Ты строишь город золотой, счастливой, но великом само. Ты верно рад и верный сын. Да, твой воспитанный один.
Слышит он юность, осетин хранит в счастливых дней просторе. Дал нам ключ в тот край, где раньше солнце луч, где нет грозящих градом туч, где мертва слава горе. Ты нам могучий пламень дал закон мудрейший написал, и он как драгоценный лан страны златому боре. Тысячелетние мечты на теле воплощаешь ты побед в безбрежном хоре, хоре! Друзья, да здравствует страна, где совесть мира рождена, где правда властвует одна на сталинском просторе. Мечты о девушке, дружок, тебе подходит хорошо. А пастуху простой мешок, а каменщику молоток подходит очень хорошо. Ручьи в ладу с горой живут, овцы луга и там и тут, а пастуху пастуший кнут, и пес, что разделил с ним трат, подходит очень хорошо. Материям различный вид, седло богатому джигит, ружью отменный следопыт, и класс звонку, что в нем звонит, подходит очень хорошо. Старухе старческий наряд, безумцу сотни сор подряд, а садоводу зелень гряд, а селянину топот стад. Подходят очень хорошо, а день усталый ночи рад, а к соловью цветущий сад, а к чаю сладкий рафинад, а к государству войск парад. Подходят очень хорошо. Весенним месяцам тепло, фордзону пашни и село, а человеку ум его, чтобы различать добро и зло, подходит очень хорошо. Восьмичасовой день работ, дела, идущие вперед, когда в колхоз бедняк идет, все это очень хорошо. Папахе голова верна, руке лопата отдана, и правда душа полна рабочему его страну. Подходят очень хорошо карандашам и графиты их, а девушкам немало книг, и каждой девушке жених, и класс для парней молодых. Подходят очень хорошо. А гордым беднякам привет, и правда с самых юных лет, и мужеству поля побед, а Сулейману этот совет подходит очень хорошо. Кружится весна, как наша песня в этот день, и враг беднее полотна, роняет руки в этот день, теряя силы и покой, мочуя смех над головой, он видит полночь над собой, сверкающий весенний день, весь мир трудящихся за нас. И первый год, и первый раз, везде, куда мне глянул глаз, довёл красный в этот день.
твой лучший шлёт привет пошлю родному в этот день. Поднятой рукой, улыбкой ласковой, простой, лишь мир поздравит родовой. С великим маем в этот день весна идет со всех сторон, распахнут настежь небосклон, и даже солнце шлет поклон победам нашим в этот день.
Салат счастливых дней в турне. Выйдет одним расти в беде, узнают о тебе везде. Твою душонку на суде разделит догола мерзавец. Разделит догола Thank you.
Играя полный рок под именем, со всех, кто с нами шел вперед, объятый пламенем и дымом. Друзья, друзья, в счастливый год, до края полный рок под именем, со всех, кто с нами шел вперед. Товарищи, идет весна, и свежей силы грудь полна. Мир просыпается от сна, большому празднику привет! Из нас любой готов к борьбе, жизнь подчинили мы себе. В веселых юношей гурьбе я славлю молодость, привет! У нашей власти светлый взгляд, она открыла жизни сад. Тому, кто был забит сто крат, счастливым девушкам привет! Пусть льется в желобе вода, на наших мельницах всегда найдется жерновам еда. Наш урожай велик, привет! Сталь Сулейман безмерно рад, такая жизнь настала, брат! Такое время вышло, брат! Я славлю молодость, привет! Огонь!
твой осёл на славы хоть. Твоим победам счёту нет. Твоей отваги меры нет. Тобой гордится этот свет. Твой взгляд, как буря с двух сторон. А имя в бурю горный гром. Красная армия, о-о-о. Ты в нужный миг взмахнешь крылом. Красная армия, о-о-о. За то, чтоб родина цвела. Красная армия, о-о-о. За то, чтоб молодость была. Красная армия, о-о-о. За мир, за правду в мир пришла. Красная армия, о-о-о. Yeah.
Ворошилов, маршал СССР. Тем, кто в путь вас нарядил.
кругом по всей земле большевиков был слышен горный орл. Мерзавец.
Сулейман Стальский, народный поэт Дагестана, награжденный орденом Ленина и получивший огромную известность во всем Советском Союзе, родился 68 лет тому назад в маленьком лезгинском ауле Ашага-Сталь в Южном Дагестане, близ Касумкента. Отец Сулеймана был бедняком. Мальчик родился в хлеву и до 7 лет рос на руках сердобольной соседки, потому что в это время его родители разошлись. Сулейман остается сиротой и в родном доме. Первую работу он находит в Дербенте. Дербент – древний, богатый, многоплеменный город. Проработав 4 года на виноградниках, Сулейман не скопил, однако, ничего. Сулейман направился в город Ганджа. В Самарканде Сулейман устроился на рабочем. Сулейман пробыл в Средней Азии несколько лет. Труд был тяжелым, и очень тяжелым, и неблагодарным. И опять это была школа, и опять школа была, промысла расширялись, строились новые заводы. Жил я очень скромно жил, говорит он. И когда с грехом пополам, но мне повезло. И ему уже было за 30 лет. Песни Эдима и Мина еще при жизни. Встреча с бродячими осугами. Возбудили в Сулеймане с первых же дней свое потетьское отрочество. Поэту бедноты Сулейману Стальскому пришлось пройти через полосу насмешек, издевательств своих богатых односельчан. Мотивы бегства от окружающей жизни звучали в песне «Мне принесла в аул заря весть о свержении царя». И Сулейман не остался в стороне от подъема. Комнатки очень малы, а на дворе чудесный летний вечер. Сулейман Стальский очаровал. «Замечательный старик», — говорил Алексей Максимович. «Я рад, что мы оба старики», — произнес он с удивительной нежностью. «И мне будет легче говорить с вами».
22 августа 1934 года он, не торопясь, зашел на трибуну съезда, остановился, не доходя до кафедры, чтобы она не заслоняла его от аудитории, и, не прибегая к помощи микрофона, привычным к пению голосом начал свои взволнованные строчки. Этот удивительный старец умер 23 ноября 1937 года. Родившись за 2 года до Парижской коммуны, он не дожил лишь 20 дней до другой великой революционной даты. Сулейман Стальский потерял сильный и яркий боец. Слушай, дорогой.